Всем привет, и сегодня я буду кушать мяч. Через экран вы видите его как круг, но на самом деле он как шар. Вот видите, он такой объемный, через камеру он выглядит как плоский. И сегодня я, собственно, его хочу попробовать съесть, потому что он выглядит очень аппетитно, не так ли? И я так подумал, поразмышлял, почему бы его и не съесть. Ну давайте попробуем съесть, что ли. Откушу я вот где-то вот здесь. Ага. Не думаю, что получится его сейчас съесть, конечно. Вот этого, я думаю, надо откусить. Нет, что-то не получается. Последняя попытка, как говорится, не пытка. Поехали. Что? Я его съел, ребят. Я его реально съел сейчас. Только что вы видели? Сейчас я вам в замедленном действии покажу, как я его съел. Что? Я его съел, ребят. Вот видите, я его реально съел, то есть мяч реально можно съесть человеку, поэтому я думаю, вы тоже должны его попробовать съесть. Вы сразу наестесь им, потому что он очень добавляет сытости, чем обычная еда, потому что, мяч, собственно, потому что мяч, он добавляет сытость. Теперь вы будете знать, что мяч добавляет очень много сытости. Я сейчас прям реально наелся и чувствую себя очень бодро. У меня здоровье стало XXX999. Теперь я сыт на всю жизнь. Надеюсь, вы тоже попробуйте мяч. У вас будет тоже много очень здоровья, и вы будете очень сытые. Ну ладно, всем приятного аппетита, всем спасибо и всем пока-пока, друзья. Спасибо.